Привет, ребята! Сегодня у нас будет видео по игре Toilet Fight. Вы только это не думайте, что я не снимаю больше видео по Geometry Dash. Они еще будут. Не думайте, что я на другую тему перешел. Они еще будут. Просто что я решил снять эту игру. Здесь надо побежать к туалету. Туалет. Как вот этот террорист, блин. Который стреляет. Теперь валим от него. Так, я ему хп снес чуть-чуть. Так, дядя. Стреляешь, да? Прячешься? Давай поп... Давай. Добил! Ребят, я добил его. Я добил его. Я его добил. Итак. Давайте переходим в менюшку. Вот у меня 625 денег. Уровень 130. Потом буду открывать, знаете кого? Очень хороший шанс. Ну, не шанс. Может, спикер Титана буду открывать за 225 уровней потом. А сейчас мы прокачаем наше здоровье и урон. Вот так. Что продолжаем играть? Так, 44 туалета. А, 3. Давайте бомбим. У меня почему-то нет музыки, песни с 5 туалетов. Не знаю, что случилось. Что-то и случилось. Меня уже так избили. Но хп-то мало. 10 секунд. Так, мы получили 100 вот этих вот монет. И что это вообще? Ну-ка, что это? Какая-то фигня, в общем. Нажимаем далее. Тут у нас такой язычный туалет. 2 язычных. Они мне, кстати, хорошо сносят. Так, хп. Мы их победили. Так, а вот это вот, да. Так, вот помните того туалета из 40 какой-то там серии? 42-й серии. Это туалет. И 42-й серии этот скидки туалет был. Так, переходим дальше. Такой скидки туалет. Закрываемся. Еще туалеты. О! Пила. Я ее сейчас уничтожу. Главное нажимать на этот щит, чтобы она нас не пилила. Мы защищались. Опа. Если что, когда вы будете начинать играть сейчас, я справлюсь с этой картой, я вам покажу кое-что. Так, нужно все взять. Так, вот давайте. Пробим этого туалета. Переходим карту. Потом нажимаем, я нажимаю меню. Смотрите, когда вы зайдете в игру, катку врубил. Когда вы зайдете в игру, в общем, у вас не будет такого спикермена, как у меня. У вас будет самый обыкновенный камерамен.
сейчас я даже покажу. Смотрите. Вот. У вас будет не такой скин, как у меня, а вот такой вот скин. Я эти скины получала, знаете как? Я, короче, нажал в магазин вот сюда. Потом здесь смотрел рекламу. Потом мне почему-то не дали рекламу смотреть, чтобы чип получить. Я хотел вот этого Кримена Титана. Ну, купил спикермена большого, который у меня сейчас был. Вот этот. У меня еще есть большой камерамен такой. Мой любимый Вантузмен такой вот есть. Ладно, давайте продолжаем играть. О, у меня уже 775 бюджет штучек. Давайте прокачиваться. Так. Вот так. 83 урона я сношу. Так, они мне уже хорошо снесли. Тебе. Ой. А это я не ожидал такого. А нифига он сколько сносит? 400. Ну, вообще, я его убивал, я знаю, сколько он сносит. Раньше он мало сносил, сейчас вообще много. Далее. О, это скинди ученый. Итак, давайте следующая катка. Такой вот легкий скинди туалет и реально. Мне нужно иметь хотя бы одного титана. Я вот поэтому скоро открою спикермен титан. Ну, чтобы хотя бы один был у меня титан. О, смотрите, скибиди пила. Она, в принципе, легкая. Скибиди пила. Ну, тоже мне снесла, блин, смотрите. 4000 жизней у нее. Блин, скибиди. А было меньше намного. Давайте отойдем. Ты сейчас меня снесет. Опа. Ой. Я к пиле подошел. Давайте потихоньку сносим ей хп. Ой. Сносим, сносим, сносим. Теперь... Аккуратно надо с ним. Он убьет еще. Давай, давай, быстрее, 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 быстрее. Yes, yes, yes. Я победил с Кривиду. У меня в этот раз 4000 хп. А было меньше раньше. 1700 где-то. Ладно, давайте улучшим нашего спикермена большого. Во-первых, боже. Жизнь надо поставить. Вот эти вот. Урон. Теперь мы опять вот этот туалет будем долбить. Теперь кликаем. Так, и это вот долбим. Все. Легко, в принципе. Поддаваем. Он наш любимый скибиди пила, только другой. И причем с камерой Вантузмена. Не Вантузмена, как вот другого камерамена. Ну так, идем, идем, идем. Далее. О, пришел Басяров.
всегда должен бомбить наших любимых товарищей. Так, получаем. Давай. Много сносит. Так, далее. Так, идем бомбить маленьких товарищей. Отскипи ученого, блин. Нате вам. Давайте доберемся до босса, потом я его убью, и мы прокачаем меня. Нашего спикермена. На. Так, когда там у нас уже босс? Нате вам. Вы, наверное, заметили, как я жестко тыкаю. Так, далее. Надеюсь, это босс. Хотя, может быть, и да. Может быть, это Джимен какой-то. А нет, это не босс еще. Это еще не босс. Пила. Нас защищаемся щитом. Опа, завалил. Мне, по идее, должно быть следующий это босс, не знаю. Далее. Кстати, да. Походу, босяра будет сейчас. Да, это наш любимый Джимен, блин. 2000 хп. Ну, мне, в принципе, легко его уничтожить так-то. У меня 905 хп. Еще урон хороший. О. Давайте мочим его. Опять выстрелил. Главное не попадаться на лазеры. Он так быстро их спамит. Я уже не буду попадаться, а то я сразу подохну, наверное. Давай, беги. Блин! Так, мы его победили. Давайте далее. А нет, зачем я шел далее? Мне надо было спикермена прокачать. Сейчас прокачу. Опять ты, шныга? Блин, снес меня. 4. Как такое возможно? Меню так. Сколько у меня этих? 1675, нормально. У меня уже 1000 хп будет. И 94 урона у меня будет.
уровень 152. А надо на спикер титана. Мне 225, блин. Это многовато. Я надеюсь, что в следующих сериях по этой игре я добью титан спикермена. Потому что надо мне еще сколько посчитаю. Примерно там где-то 60, 70, 80 уровней пройти. Ладно, всем пока, ребята.